Егеря застали браконьеров за разделыванием туши животного и сообщили об инциденте в полицию. В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли у подозреваемых официально зарегистрированное охотничье ружье, нож и гильзы с места отстрела. Установлено, что лицензия на отстрел диких животных у злоумышленников отсутствовала. А изъятые гильзы по заключению баллистической экспертизы отстреляны из карабина, принадлежащего одному из москвичей. По данному факту подразделением дознания пункта полиции по Новодугинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Незаконная охота». Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.